Всем привет, и если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейфойер. И сегодня у нас очень-очень коротенькое информативное видео по игре Bleach Brave Souls. В нем я хочу вам немножко показать новые витринки, которые стартуют уже, по-моему, 9 марта. И, собственно, самое главное из них, это, конечно, самое интересное, это 45 миллионов загрузок, тысячелетняя кровавая война. Витринка с ТКВ. Только ТКВ, никого больше, никакого према. Как видите, 10 персонажей в пуле. Это не может не радовать тех, кто хочет всех ТКВ-персов, потому что на данный момент здесь нет никого из према, и есть почти все из с 1 по 4 раунд. Вот. Как минимум здесь есть 2 Ичига. То бишь, Ичига Банкай, Яхве, Руки, Ренджи, Урахара, Яруичи, Ичига Шикай, Тошер, Саджин и Бьякуэ. Это все, кто есть в витрине. Витрины, конечно же, в виде степов, но это неудивительно. Сейчас все витрины. Сейчас нет ни одной витрины, которая была бы не степами, кроме премиума. Итак, что у нас по степам? Ну, как обычно. Первый, шестой шаг 150 орбов стоит. Шансы везде, как видите, одинаковые. Второй, седьмой шаг, они стоят 200 орбов. Третий, восьмой, четвертый, девятый, одиннадцатый и все последующие после одиннадцатого, ну, то бишь бесконечный одиннадцатый шаг, пока не закончится витрина, будут стоить по 250 орбов и иметь 6% шанс на 5-звездного перса. А пятый и десятый шаги будут иметь гарантированного одного 5-звездного персонажа. То есть один точно будет. Прям вот 100% один. И 6%, что будет еще кто-нибудь. Вот как-то так. Вот, то есть, ну, 11 шаг может спустя сколько заходить. Синглы всегда, как обычно, 25 орбов, 6%, ничего такого. Вообще, мне кажется, на синглы можно было бы и повысить шанс. Просто вот бесконечный сингл, там, ну, процентов 8 хотя бы. С них я тащил много персов, как вы помните, по видосу. А, итак, персы, конечно же. ТКВ Ичига, у меня он есть. Яхве, Рукия, Ренджи, Урахара, Яруичи, Ичига Шикай, Тошера, Камамура и, конечно, Бьякуэ. Из этого всего состава у меня нет только руки. Да и, в принципе, из всех с 1 по 4 раунд у меня нет только руки. У меня есть все. У меня есть вся первая волна ТКВ-персов. Кроме руки. Вообще, мне так-то нужен, даже необходим, топовый убийца ранкара в синем атрибуте. Потому что у меня нет топовых. У меня... Самый максимальный, кто у меня тут такой, ну, более играбельный, это Урахара в капюшоне. И Хинамори в Валентинка. А так, Барган, вот, и Руки. Ну, у меня их, соответственно, нет. Поэтому я не могу полноценно играть против ранкаров за синих персов. Но Барган все-таки мне, конечно, побольше нравится. Да и он сам по себе лучше. У него и скиллов больше, и сами скиллы лучше. И у руки второй скилл, второй прием говно. А у Баргана он топовый. Вот. Да. Ну, то есть... Да, и Линку у нее такое себе. Вот. Ну, то бишь, да. Поэтому я считаю, что вот я открою... Ну, я 150 сюда точно волью ради руки. Посмотрим. 150 не жалко. Я на каждый степ, думаю, по 150 буду тратить. Если все степы нужные, как токенат, например, на который я коплю, тогда я буду тратить все, пока не достану нужного мне перса. Вот, а здесь у меня как бы одного нет, ну и шансов достать его... Это надо... Мы берем с вами 6% на 5-звездного, одного из. Ну, это надо, короче... 1 к 10, короче, шанс, что мне выпадет... Руки, мне лень считать, поэтому 1 к 10. Вот. Ну и поэтому открывать я буду витринку с Токенадой. И после него, скорее всего, будет витринка с Барганом. Ну и Халибл там. Ну вот Барганы я тоже, наверное, буду открывать. Ну и, конечно, новая витринка вот такая. Бесплатное еженедельное открытие. Один раз в неделю. Каждую неделю до 6 апреля вы сможете получить шанс открыть один мульти и вытащить с него персонажей. Шанс, по-моему, я не знаю, какой шанс, тут 3%, 6%,
10%. Никто не знает, тут не написано нигде. Ну, собственно, стартовать будет 4 p.m. по японскому времени каждый понедельник. У нас же это получается 10 утра. Я правильно понял. 4 p.m. это 4 часа вечера. Это 16 часов. У нас разница в 6 часов. У нас 10 утра. Да, 10 утра у нас будет стартовать витринки. Вот. Ну вот все персы, которые там выпадают. Вот. Но также здесь будут все персы из премиума с ноября 18 до декабря 19. Все сезонные персонажи с 30 июля 18 до 1 июля 19. И здесь нету ТКВ, новеллы и фильмовых персов. Вообще фильмовых персов уже давно не было. Очень давно. Я не успел собрать из третьего хотя бы одного персонажа. То есть у меня и из четвертого у меня никого нет. То есть у меня есть только... А, нет, с четвертого у меня... Нет. У меня есть только из первого, весь первый фильм и один перс из второго. Вот такая витринка, вот такие вот новости небольшие. Надеюсь, вам понравилось это видео, оно было информативным для вас. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте по Bleach Brave Souls, а также обязательно вступите в группу Дрейфера, там почти 1000 участников уже. Вот, следи, там все новости выкладываются, поэтому те, кто не в курсе событий каких-то, заходите туда, обязательно вступайте и следите. Вот, потому что там всегда все подробно пишу. Или в сообществе Ютуба, там, где вот вкладка сообщества. А, вот, на канале, страница канала. Не забывайте по всем ссылкам, которые в описании и остальным. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, не забывайте, что ссылка на плейлист с игры Bleach Brave Souls есть в описании, в подсказках этого видео. А на этом у меня все. С вами был Дрейфэр. Всем удачи и всем пока.